С таким видом мошенничества мазыряне еще не сталкивались. На этот раз аферисты примерили на себя форму сотрудников компании «Энергомонтаж». Лжеэнергетики стучатся в квартиры к пожилым людям и говорят, что необходимо поменять электросчетчик. Сделать это можно на месте и за наличные деньги. Казалось бы, и удостоверение на руках, и в Гомельской области в настоящий момент осуществляется замена электросчетчиков. Можно сказать, мошенники подгадали удачный момент. Однако компании, сотрудниками которой они представлялись, не существует уже более 20 лет. Сейчас это филиал «Энергосбыт» республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго». Все наши работы бесплатные. Наши работники не имеют права и нет у них возможности брать какие-то деньги на месте выполнения работ. Они не оформляют никакие платежные документы, не оформляют, естественно, никакие рассрочки, кредиты и тому подобное. Ну и самое важное, это, конечно, наверное, внешний вид наших электромонтеров. Они одеты в спецодежду, на которой есть надпись «Энергосбыт» либо «Гомельэнерго». Также у каждого нашего работника есть такие удостоверения, где есть фотография, наименование организации, должность работника. И он обязан по требованию потребителя, да, нашего абонента, предоставить это удостоверение. Помимо всего прочего, у электромонтера при себе всегда есть так называемый наряд допуск. Это специальный бланк распоряжения, на котором указан состав бригады и лиц, ответственных за выполнение услуг. При возникших сомнениях вы всегда можете сравнить данные этого допуска и удостоверения рабочего. Если же вы догадались, что стали жертвой мошенников, обязательно обращайтесь в милицию по телефону 102. Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».